Всем привет! Сегодня обзор конструктора Лего серии Marvel Мстители, шлем Железного Человека. 18+, модель 76-165, 480 деталей. Коробка большая, классная, в черном цвете. Также есть какая-то информация, две фотографии и что у нас размер 19 сантиметров. Ну так оно и есть. 19 сантиметров и 450 грамм весит сама фигурка в сборе. Инструкция тоже премиальная, как она позиционирует себя. Здесь небольшая информация, но информация вся на английском языке. И что мне не очень понравилось в этой инструкции, инструкция получается на черном фоне. На белом фоне более приятно собирать, удобнее. И некоторые детали бывают не очень понятны. В конце у нас, как всегда, список деталей. И больше никакие из этой серии не написано, какие есть еще конструкторы. Также, по-моему, есть инструкция в электронном виде. Сама фигурка классная. Некоторые в комментариях пишут, ну, покупки у товара, что она не очень похожа. Шлем этот не очень похож на шлем Железного Человека, но, в принципе, мне кажется, спутать с чем-то другим уже, наверное, будет сложно. Весит достаточно много, деталей много. В основном детали, как мы видим, красные, но, наверное, больше коричневый цвет и золотистый. И также черная подставка. По большому счету здесь видно только три цвета. На самом деле там есть и синие. Сын немножко, наверное, неправильно поставил. И, в принципе, две наклейки только. Это у нас глаза. И несколько подвижных частей. Это вот здесь немножко двигается. Ну, с двух сторон, естественно, вот эти немножко двигаются. Ну, совсем немножко ход. Здесь, если приподнять, мы ее откроем. Скулы. Здесь у нас небольшой шарнир. И, в принципе, ну, выглядит очень здорово. Очень классно. Чем-то похоже на чужого, когда открывает рот. И сам рот тоже открывается. Совсем немножко. Ход маленький, но есть. Массивная подставка. Захотелось еще пару таких вот конструкторов. По-моему, много их со Звездных войн. Штурмовик. И вот такая табличка. Табличка классная, и она тоже двигается. В разных позициях, то есть как стоит, можно выставить, чтобы это все было видно. Железный человек, Мстители, Лего. Все очень классно, красиво. Ценой обычно продается в районе 4000, бывают скидки и по 3,5. Но нам удалось купить на Алиэкспресс, на Тимоле за 2500. Очень здорово попалась распродажа. Здесь у нас принты. По-моему, да, принты. Очень классно смотрится. Берите, не пожалеете. Ну, кому-то, видите, не нравится, как он выглядит. Очень здорово, очень классно. На свету золотой цвет вообще классно переливается. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы. По возможности отвечу. Пока-пока.